Здравствуйте, хорошие мои девочки и мальчики! Сегодня я подготовила для вас очередную сказку на ночь. А вот о ком пойдет речь, попробуйте догадаться сами. Я загадаю вам загадки. Итак, слушайте, пожалуйста, внимательно. Вкусно лакомство готовит, а не повариха. Носит при себе иголку, хоть и не портниха. А вот еще загадка. Домовитая хозяйка полетает над лужайкой, похлопочет над цветком, он поделится метком. Ну что, догадались, мои хорошие, о ком речь? Ну, конечно же, о пчелах. А знаете ли вы, дорогие мои девочки и мальчики, что пчела – это удивительное насекомое? Она дает человеку очень вкусный и полезный продукт – мед. Чтобы приготовить всего 100 граммов меда, пчелка должна пролететь 46 тысяч километров. Это то же самое, что облететь земной шар по экватору. Мед добавляют в сладости, им лечат от простуды. Я хочу пожелать вам, дорогие мои, чтобы только лакомиться медом, но никогда не болеть и быть всегда здоровыми. Ну а сейчас укладывайтесь поудобнее и слушайте сказку. Она называется «Откуда у пчелы жало?». Когда-то, давным-давно, у пчелы не было жала. Пчелы были такими же трудолюбивыми насекомыми, как и сейчас. Они день-деньской собирали пыльцу и делали вкуснейший мед. Вот только были они очень беззащитны, и любой мог их обидеть. Как-то раз одна маленькая трудолюбивая пчелка, собирая пыльцу с одуванчиков, залетела в сад. Там, около пруда, сидела девушка и быстрыми стежками штопала разноцветные носочки для своих братьев и сестер. У девушки было много братьев и сестер, она была самая старшая, и поэтому ее работа была следить, чтобы на пяточках у малышей всегда стояли аккуратные заплатки. Девушка была очень доброй, она обрадовалась, когда увидела маленькую пчелку. «Здравствуй, моя трудолюбивая сестренка», – произнесла девушка. «Ты прилетела, чтобы составить мне компанию?» Пчелка радостно зажужжала в ответ. Ей очень понравилась девушка, которая, как и она сама, целый день не сидела без дела. Пчелке захотелось сделать девушке приятное. «Хочешь, я угощу тебя медом?» – предложила пчелка. «Спасибо! Большое спасибо!» – обрадовалась девушка. «Только ты не обидишься, если я оставлю его для малышей. Семья наша небогата, им редко удается поесть сладостей. Ты такая хорошая девушка, что я дам тебе меда и для твоих братьев и сестер!» – ответила пчелка. «Тогда я тоже чем-то должна тебя отблагодарить», – забеспокоилась девушка. «Но у меня ничего нет, кроме ниток и иголок. Подари мне одну из своих иголок. О большем я и не мечтаю», – попросила пчелка. «Иголок?» – удивилась девушка. «Если ты хочешь, конечно, бери». Девушка разрешила пчелке выбрать любую иголку, которая ей понравится. Пчелка выбрала самую тоненькую маленькую иголочку и приладила к своему тельцу на конце брюшка, как раз в том месте, где теперь у пчел расположено жало. Затем она угостила девушку медом и полетела по своим делам. С тех самых пор пчелка больше не была беззащитна, и у всех пчел теперь есть жало. Вот такая интересная история о пчелах. Дорогие мои, ну а сейчас пора посмотреть мультик и спать. До свидания, до завтра.